Зачем деду вообще столько электроники, если у него от силы есть только свет на весь дом, да и радио? Мне вот просто интересно, чем он топит вот эту печку, если он живет в Антарктиде, где нет деревьев вообще. А елку-то откуда он тут достал? Сменщики обещали утром приехать. А оно здесь бывает? Я спрашиваю. Вот именно. Не, брехня. За все это время у них не могло быть ни одного полярного дня. Да, если вы не знали, то существуют как в Арктике, так и в Антарктиде полярные дни. Одни длятся ровно столько же, сколько и полярные ночи. Так что я сомневаюсь, что за все это время у них не было ни одного полярного дня. С учетом того, что они уже здесь довольно давно. Самолеты не летают на уровне нашей атмосферы, так что аж видны континенты. Да, тут явно переборщили со спецэффектами самолетов. Но не летает он настолько высоко, аж на уровне ракет. Кстати, Долбек, вон луна нормального размера, ты рад? Да. Смерть. Чего? Каким образом он так сильно растянулся? Удлиняющийся человек, завидуй молча. А, я понял. Этот имбецил стал ломать лед так, чтобы самому и упасть. Тяжелый случай. Каким образом эта сосулька проложила целый маршрутный туннель из Арктики в Антарктиду? Вот такое ощущение, что реально не про Эльку смотрю фильм, а про Гарри Поттера. Сосульки так быстро не тают. Что это за бабуся? Одним взмахом кисточки сделала волшебную сосульку. Ясно, вот кто самый сильный волшебник в этом мультфильме. Каким образом мама Эльки добралась сюда настолько быстро? Вот я не понимаю, что это за мультфильм? То бабушки колдуют на сосульках, то мамы гоняют как ртути из Людей Икс. Такого вы не ожидали. Что здесь вообще мамонт забыл? Почему человечество не растопило лед и не достало бы его оттуда? Да, он был бы уже мертвым, но по ДНК они бы хотя бы вид восстановили бы. Ясно, ясно, опять цыганская магия. Да и где они вообще краски берут? Если в Арктике тем более никаких ни ягод, ни фруктов, ничего нет. У людей, небось, воруют. Таша, тебе нужно беспокоиться не о людях, которые у вас якобы снег забирают, а о родителях, которых как раз-таки пленили. Не, вот серьезно, я первый раз вижу такого персонажа, который беспокоится не из-за своих же родителей, а из-за какого-то несчастного снега, которого к тому же еще и дофига. Но его же много. Пусть берут. Вот именно, Элька, хотя бы ты пока нормальный. Какой нафиг край света? Вот это что ли? Да не просто какое-то количество льда сломали, чтобы городок свой построить. Таша, что ты там куришь вообще? Гашиш. Ясно. Ну, тогда окей. Я там все устрою и обязательно вернусь. Вместе со всеми своими друзьями, понятно? А сюда тогда на кой черт перлась, если у тебя там якобы друзья есть? На какое нафиг хорошее дело взять? Элька, ты чё вообще несёшь? Таша, ты чё ему дала покурить? Я не совсем понимаю этих людей. Для чего им вообще нужен снег? А, так это ещё и даже и лёд. Чтобы кормить одного Макси Мауса? И зачем там пингвины? Если они могут поставить тех же роботов, которые могут добывать тот же снег или лёд, намного эффективнее. Если уж Герда настолько сильно хотела смотреть, как катаются пингвины по этой огромной горке, то хотя бы заставила бы своих людей поставить бортики по бокам, а то не грех так вылететь с нее. А, я смотрю, Герда тут совсем кукухой поехала. Ей даже нравится смотреть, как калечат и убивают себя пингвины. А что, разве нельзя? Ну вот, я же говорил, что здесь все волшебные, а вы мне не верили. Вон даже дедушка выдыхает гелий.
Да и выстрел, который он произвел из пистолета, почему-то застыл в воздухе до момента того, когда шарик он туда запустил. Так, подождите, если тут настолько глубоко, как Максимаус-то со своими ногами не утонул здесь еще раньше? Как они вообще за все это время выжили, пока у них не было родителей? Да и на что Таша надеялась, что они вот реально ее послушают и пойдут с ними? Почему она вообще Эльке сразу не сказала, что никто с ними не пойдет, и они, эти пингвины не будут сотрудничать с ними? Что-то этого льда намного больше, чем было у них в грузовике. Где-то он врет. А что, разве нельзя? Если Мартик за целых 3 минуты построил такую аппаратуру, чего же он раньше этого не сделал? Ведь этот город они строили не месяцы и не несколько месяцев, а как минимум несколько лет. Да он бы за это время танк бы построил, подорвал город и уничтожил бы Максимауса. Это у вас есть? С утра не было. Да ладно, интернет везде есть! По логике Мартика, если вы живете даже в пустыне, у вас обязательно должен быть где-то интернет под рукой. Элька, ты уже просто смеись, что твоя подруга обкуренная. Ей даже в ледяном замке мерещится школа. Ну и вот, теперь в ваших руках вся информация о том, что Герде нельзя доверять. И вы всю же секунду должны ее допросить, чтобы узнать, что она главный злодей, и что она за всем этим стоит. И все, война покончена, ё-моё. А не ехать с ней, блин, на миссию в поисках этого же туннеля. Ясное дело, что это ловушка. Я тебя порву на пиксели. Ясно, мега продвинутый вундеркинд превратился в плаксу из-за какой-то там игры. Я чувствую себя настоящей снежной королевой. Снег всей земли в моем распоряжении. Да, только есть несколько проблем, Гердочка. Во-первых, этот снег заново возобновится, что в Арктике, что и в Антарктиде станет ровно столько же, столько и было. А в других странах то же самое буквально, ну и разве что только не в теплых странах. Так что все твои усилия тупо напрасны. Да и что ты будешь делать со всем этим снегом, я просто не понимаю. Вот реально, куда его можно деть, кроме как скормить Максимаусу? Они бы не смогли бы так вылететь, плотность снега просто не позволит. Официально, руки у Герды схожи с руками Халка. Да и в какую камеру она вообще сейчас смотрит? В ту, которую мы смотрим этот мультфильм? Это большой холодильник. Значит, надо его сломать. А как ты вообще собираешься ломать этот холодильник /дворец? Или у тебя что, взрывчатка в трусах находится? Ну да. Какой идиот. Ну да. Пизда. А чей это дворец? Кая, по-твоему? Что ж вы ее не допросите и не узнаете, где этот несчастный рубильник? Ну чё, что так сложно? Мне вот интересно, как эти камеры направлены на объекты, что этих камер даже не видно. Каким образом она в принципе может направить твоего же робота против этих ребят? Я просто не понимаю, ты же им управляешь. Как она может против твоей воли его направить? У нее что, дополнительный пульт управления есть? Да и почему бы тебе вот прямо сейчас не перейти на сторону Эльки и его ребят? Я вот не понимаю, это просто облегчит всю задачу, и ты спокойно отомстишь Герде. Ну да, Кай, действительно. Нет, чтобы пойти найти какую-то огромную кучу снега или льда и просто не проглотить ее, ты пошел сжирать какой-то никчемный дворец, который вообще не состоит ни из снега, ни из льда. Ну, может, максимум в некоторых маленьких лазеечках. Так ты ж его вроде есть собирался, а не ломать. Хотя о чем это я? Это ты же вундеркинд, а не я. Клавиатуры нет, клавиатура есть. Магия магического фильма. Куда лестница изо рта пропала? Кай, да отодвинь ты своего робота. Чё ты ждёшь, пока он взорвётся? Не тупи! А Герда вообще на суицидника смахивает. Походу, хочет взорваться вместе с роботом.
Во-первых, почему они остались живы после разморозки? А во-вторых, почему они опять добрые, если изначально они были добрыми? Если по логике мультфильма вас заморозили, но до этого вы были добрыми, то потом сразу вы становитесь злыми после разморозки. Да-да-да, мы по вам соскучились. Правда, изначально мы вас заморозили. Ну да ладно. Ну что сказать, молодец, дед. Свои-то годы занимается оттаиванием трупов. Такое количество шариков не способно поднять многотонного робота. Ну что могу сказать по поводу этого мультфильма? Он достаточно неплохой. Смотрел я его еще в свои 5-летние годы. И скажу вам честно, боялся Макси Мауса. А конкретно вот в этой сцене, когда он появился, реально было довольно пугающе. Теперь, когда я его уже смотрю, ну, нету таких вот детских впечатлений. Но какие-никакие впечатления есть. Однако меня реально напрягают некоторые моменты. Например, почему Элька не схватил Герду с Ташей, когда это была возможность. Почему они сделали не то или это. Ну, короче, вы поняли. Ну, это мой первый грехообзор, и надеюсь, не будете судить строго, особенно когда я в некоторых моментах немножко тупил, заикался, что-то в этом роде. Ну, да, мне кажется, все это замечали, ну, что сказать, сорян, ребят. Я работаю над этим, и, возможно, уже скоро это уйдет, да. Что могу поставить мультфильму? 7 из 10. Если хотите, можете смотреть, то есть это полностью ваше мнение. Ну, а так сказать, всем спасибо, всем пока.